Ну, я как бы не просто ее ощущаю, я отчасти принимаю в ней участие, как бы размещаю в своих блогах те вещи, которые мне кажутся важными по поводу того, что реально происходит на Украине. И для меня это очень болезненная тема, потому что у меня куча родни на Украине. Мои там сыновья имеют украинскую кровь, их бабушка живет на Украине, их там другие родственники, у меня куча друзей везде. У меня усадьба была на Украине, я вырастила там детей, и я считаю, что это вот как бы вторая моя страна. Поэтому то, что сейчас разворачивается, представляется мне чудовищным, но поскольку я человек грамотный, я понимаю, что рано или поздно все это будет забыто политиками, особенно теми, кто напилит на этом денег, а как бы могилы останутся. Останутся могилы, останется нетерпимость, не будет страны. То есть вот все это медленно, но эффективно продвигает Украину к небытию. То есть Югославия по сравнению с этим покажется очень счастливым сценарием. Как людям тогда ориентироваться вот в этих потоках информации? Ну, вы знаете, как бы информационная война – дело, конечно, профессионалов. И человек, который целый день простоял у станка, или там за прилавком, или там, не знаю, перед школьным классом, ему сложно ориентироваться. Но при этом все-таки большая часть того, что транслируется сегодня российскими каналами, это правда. При том, что это делается грубо, как вам сказать, аляписто, иногда фальшиво, иногда такой галимый квасной патриотизм, что хочется выключить телевизор. Но чисто информационно, да, транслируется информация вполне адекватная. Как мне написала моя приятница из Киева: а вы что, действительно там в Москве думаете, что это ополченцы стреляют сами по себе? Я ей пишу: ну нет, у нас как бы дураков-то нету. Потому что градус накачки того телевидения такой, что человек, проживя неделю на Украине, приезжает с вот такими глазами, потому что он видит все эти материалы вывернутыми наоборот. Ну, в общем, конечно, информационная война, она лучше войны, там, не знаю, артиллерии, да? Но, конечно, она сносит крышу, и люди в полной растерянности. –